С чего начинается Родина? Сложно найти ответ на этот вопрос, но абсолютно точно можно сказать, что Родина не бывает без патриотической песни. В музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» прошел отборочный тур ежегодного областного конкурса патриотической песни «С чего начинается Родина». Хотелось бы рассказать немного подробнее о том, как проходит наш конкурс. Он проходит в три этапа. Первым является заочный этап отбора участников путем рассмотрения заявок с ссылками на видеофайл с конкурсным материалом. По итогам заочного этапа лучшие исполнители были приглашены на очный этап, который пройдет в 6 городах Московской области с 23 по 28 октября. Всего на участие в конкурсе поступило 522 заявки. 6 отборочных туров прошло в Можайске, Королеве, Орехово-Зуеве, Истре, Дзержинском и Чехове. На истринской сцене перед жюри выступили не только местные участники, но и из соседних районов – Солнечногорска, Клина, Волоколамска и Красногорска. Возраст участников от 14 до 30 лет. Всего в конкурсе 6 номинаций. Выступают как сольные исполнители, так и коллективы. Какие эмоции перед выступлением основные? Мне холодно. Не знаю, мне как-то спокойно. Мне здесь приятно находиться. Конфуз в том, что есть точно такая же песня, которую поет другая школа, и поэтому не очень прикольно. Даешь конкуренцию. Да. Вы переживаете или нет? Она немного. Нет, я да. Немного. Все-таки немного переживаем. Я думаю, что мы выступим хорошо, потому что песня готова, мы готовы. Единственное, что не знаю, как здесь будут судить, но думаем, что конкурс такого класса, что все будет прекрасно. В жюри истринского отборочного этапа входят артисты, музыканты, композиторы, режиссеры, заслуженные работники культуры Российской Федерации. В связи с тем, что здесь очень много разных жанров, здесь и хоровые, здесь и сольные, и эстрада, очень сложно судить, но мы, наверное, оцениваем в первую очередь человека как некий комплекс, как артиста. То есть помимо вокальных данных, он должен еще и понимать, о чем он говорит, и донести. Я должен понять смысл его отношения о том, что он поет. Потому что именно в песне на русском языке важно именно слово и смысл. Очень хорошо, что организаторы и государство, и правительство региона начинают на это обращать внимание. Это важная веха в формировании действительно будущего человека. Это какой-то большой старт, для кого-то это целая жизнь. И если таких побольше мы будем проводить мероприятия, мне кажется, все будет прекрасно. По итогам 6 очных этапов жюри определит более 70 финалистов. Победителей заключительного этапа наградят призами и дипломами. Алена Кудырко, Михаил Моралов, Истра РФ.